Когда я вступил в первый раз на палубу деревянного фрегата, штандарта, это было какое-то чувство, которое меня удивило даже. Это, конечно, в первую очередь единение с природой. Это очень близко к тому, что я чувствую, когда я работаю с деревом. Особенно, когда я выхожу в море на деревянном паруснике, который сделан идентичными инструментами. Те же самые инструменты, те же самые киянки, те же самые рубанки, те же самые. Все это вызывало какие-то очень знакомые чувства. И вообще мое увлечение резьбой по дереву началось с того, что в 5-летнем возрасте я решил, что все, пора строить парусник. Именно из-за этого, пожалуй, у меня вообще нож появился в руках. Давай, смотри. Это вот убитая, видишь? Абсолютно не жив. Вот этот инструмент ты должен приводить в порядок, так? То есть на нем, в принципе, сейчас можно, но... У него совершенно убитая душка. Ты видишь, что у нее... Она просто... Что с ней делали? Она безумно толстая, и в ней аж две дырки, то есть это вообще не годится. Это вот на этом инструменте тебе сегодня, что ли, играть? Да, я тебе очень сочувствую. Единственное, чем я тебе могу помочь, это я тебе могу дать вот этот альт. Мне кажется, удобно. Посмотри, подходит? Чао, Карл. Чао. Ой, ва. Это bene. Bellissimo vederti di nuovo. Tutto bene. E voi? Bene, bene. Tutto a posto. Tutto a posto, tutta la famiglia. Sta benissimo. Non c'è male, sì. Fantastico. Tutto bene. Benissimo, grazie. Devo venire per forza. Tradizione. Devo venire ogni anno. Bene, bene. Per selezionare qualche bellissime legni. Sempre da voi. Senza vostro legno non c'è. Per me non c'è l'Italia, comunque già sono abituato, sì, conosco bene, mi sento bene. Di grande qualità, se no sì, è difficile avere risultati di un certo tipo.
poi si asciuga e già. È fantastico. Sì, sì, sì. Assolutamente. Совершенно замечательно. О, звучит. Благодаря отцу я стал музыкантом. Мое детство оно было окружено музыкантами. Музыка звучала просто, постоянно. В детском мире был уголок музыкальных инструментов. Там была скрипочка. И очень долго мне ее не покупали. Ну, год точно. Но в один прекрасный день мне ее купили и повели в музыкальную школу. Когда я туда вошел, я был парализован практически. Я вообще ничего не чувствовал. Не слышал, не чувствовал. Ну, в общем, успеха большого не последовало. Преподаватель сказал, что у меня ни слуха, ни чувства ритма, и в музыканты я не гожусь никак. Через год мой первый преподаватель по скрипке, Семен Григорьевич Изискин, поселился напротив нашей комнаты. И когда он занимался на скрипке, это было что-то совершенно невероятное. Я вот стоял вот ухом к замоченной скважине и слушал, затаив дыхание. И отец поговорил с Семеном Григорьевичем, возьмет ли он меня к себе в ученики. Семен Григорьевич послушал и принял меня. И очень скоро я возненавидел скрипку. Вот, потому что я понял, что это была не игрушка, это была не забава, это было серьезно, что надо вкалывать. Самый первый инструмент, на котором я играл, был совершенно ничем особенным. Это была просто фабричная скрипка из магазина. Я помню очень хорошо этот день, опять же, когда Семен Григорьевич требовал от меня определенного звучания. У меня ничего не получалось. Вот, и отчаявшись, я опустил руки и говорю: «Семен Григорьевич, вы знаете, вот сколько я не занимаюсь, но никогда у меня не будет так звучать. Вот посмотрите, на чем вы играете и на чем я играю». И Семен Григорьевич меня тогда познакомил с единственным мастером музыкальных инструментов в городе, который мне пришел и сказал, что вот такой вот у меня инструмент звучит ужасно, и я очень хотел бы... Я хотел бы знать, как скрипка вообще устроена и что я могу сделать своими руками. Вот, естественно, моя первая задача была это разобрать мою скрипку, доделать все, что там было недоделано, и снова ее собрать. Это меня вдохновило очень сильно. Я решил, что надо посвятить свое время все истории скрипки, музыки. Какой репертуар для него был в разные столетия, как на них играли, почему скрипка развелась так, как она развелась. Я решил подойти к скрипке с другой стороны, со стороны музыки. Я стал разрабатывать какой-то метод изготовления инструмента, основанный на моей интерпретации, как старинные мастера мыслили, что их вдохновляло.
хороший инструмент. Это инструмент, с которым музыкант сразу же может слиться, который сразу же становится его или ее собственным языком, который вдохновляет, который позволяет музыканту выразить все, что у него на сердце накипело. Тебе помучить с этим? Тебе деревянный. Да. Мне очень... вот эти зажимчики, они мне нравятся больше, чем кун. Знаешь почему? Потому что они не касаются нижней бекет. Звучит еще лучше. Когда я работаю над инструментом, то это в первую очередь работа над собой. Парус – это путь к самопознанию, пожалуй, самый короткий. Музыка, да, конечно, тоже это только самопознание, это самосовершенствование. Это все только работа над собой. Мне всегда очень хотелось совместить обе профессии, то есть профессию скрипичного мастера и профессию музыканта. Этот вопрос всплывал очень часто. Все-таки, что же мне ближе? Этот вопрос был причиной неоднократных депрессий. То есть я многократно бросал играть. Но потом этот кризис возвращался, увы. Я решил, что мне все же нужно заниматься только изготовлением скрипок, потому что это действительно мое творчество. Одного только технического совершенства недостаточно. Там нужно стараться не жить чьей-то чужой жизнью, пытаться влиться в какие-то стандарты кем-то придуманными, какими бы высокими, недостижимыми эти стандарты не были. А нужно искать свой стиль.
По парусу и по морю я тоскую примерно так же, как по прекрасной музыке, как по работе с деревом. Это единение с природой, это творчество. Я познаю Бога через мою профессию, то есть через изготовление инструментов. Да, музыка. А парус, в силу того, что это общение с природой в самом ее чистом виде, это, конечно, очень близкий опыт по духу.